кого-то что-то не получается, и говорит, я не знаю, что мне делать, то это вот мой любимый челлендж, я прихожу, разбираюсь и побеждаю. Обычно. Но не всегда. Ну, к сожалению, сегодня не успеем всю презентацию посмотреть, поэтому я разберу две части. Первая часть, как бы, все до написания нашего спектакля, вторая уже, ну, тестом не будет всегда, потому что есть разные пулы. И вторая часть, которая уже по экзекьюшену и репорте. Вот, есть один факт, к сожалению, такой очень грустный. То, в принципе, всем на перформансе начального проекта как-то всем все равно, никто о нем не думает. И получается, что у нас следующая картина. И в конце у нас такое получается, что у нас есть наша аппликация, которая пытается чего-то сервак затащить за собой куда-то и что-то сделать. Но бывает еще хуже. Но это самый плохой кейс, когда у нас просто аппликация уже все, она уже не может обработать все эти данные, которые мы получаем. Но есть маленькая поправочка, что все уже не так, и все исправилось, и тенденция за последние 5 лет такая, что в принципе уже мы видим вот такую картину. Но сейчас, в принципе, я уже за последние 5 лет вот еще встречал проект, где проект-менеджер как бы говорил, что мы перформанс тестировать не будем, это не маст. Но сейчас уже, в принципе, вот последние 4 года не видел ни одного проекта, где изначально не оговаривалось бы non-functional requirement, в которых бы описывались требования по перформансу. То есть обычно мы ожидаем то, что у нас будет огромное количество данных. Мы ожидаем большую нагрузку. Причем нагрузка бывает два типа. Я, может, проведу с аналогией с одноклассниками, где у вас основная нагрузка идет на количество юзеров, количество запросов. Допустим, частые обновления. Пришло письмо, не пришло письмо, там. Такие разные такие вещи. Но еще и хайболы есть, которые из-за сложной бизнес-логики построены. Потому что мы, допустим, пишем большие бизнес-аппликации, у которых не так много юзеров, но это количество данных, которые надо обработать, и связки с другими внешними системами не очень большие. Ну и большая проблема еще – это неопытные программисты, которые думают о функциональности, но не думают о производительности системы. Ну и, конечно, как уже я говорил, что очень часто это требование заказчика, которое указывает на functional requirement. У меня, может быть, к вам вопрос есть. Какие типы перформанс-тестов вы знаете? Наверное, мы понимаем, как перформанс. Насколько быстро реагирует приложение, насколько быстро оно что-то делает, или сколько транзакций в секунду оно обрабатывает. Или... Но это уже как бы другое, это measurement, вот именно какие типы есть. Грубо говоря, лог, стабильность, стресс. Лог, стресс, скалабилити, лог. В принципе, одна большая группа перформанс-тестинг, которая вот себя включает еще. Самая большая группа – это вот load testing, который, в принципе, обычно тестирует, сколько юзеров делают стандартную операцию, какой response time. Это же стресс-тестинг, он может быть очень разным, он может быть скачками юзеров построен, может быть построен multiple-кликами. Очень много подходов к стресс-тестингу. Это отдельный топик, которому можно посвятить тоже там, пару дней, я думаю. Endurance stability, endurance, как бы, ну, когда мы просто долгое время тестируем. Вот. Scalability, как наша аппликация скейлится на кластере. У нас, допустим, на сингл-сервере работает аппликация замечательно, держит 1000 юзеров. Поставили второй кластер, 1500, что случилось, почему? Добавили третий, 2000. Вопрос, да. Пока не забыли, ты сказал, что основной, скажем, миллион нагрузки, да, это количество юзеров. Получается, есть еще не основные какие-то dimension, да?
Ну, когда мы говорим про перформанс-тестинг, обычно все рады получиться цифру, да? А при загрузке на 100 юзеров, допустим, у нас 90% юзеров работают с transaction response time не больше 3%, ну, 3 секунд. То есть, такой... то есть это то, что обычно пишут, как бы no functional requirement, да, там две цифры, количество юзеров и секунд. Ну, это так, если очень абстрагироваться, каких-то там размер баз данных. Там, то есть, грубо так. говоря, это если там 90 юзеров одновременно кликнут. Да, да, вот и клиенту интересно. То есть, грубо говоря, какая-то операция единовременная, да? Ну да, то есть если я тестировщик, получаю рекламу, что 100 юзеров должно работать не хуже, чем так, то я как бы хотел бы проверить, чтобы 90 юзеров нажмут на кнопку, то они получат свой результат, ничего не сломается. Одновременно. Да, допустим, одновременно. Ничего не сломается, и результат ко мне придет уже на фронт-энд не больше, чем через 3, не дольше, чем через 3 секунды. То есть это, грубо говоря, единственное, да, что... Ну, нет, там, ну, в принципе, это то главное, что требует. Остальное, как бы, очень часто пропускают мимо. Scalability тестинг, ну, это мы уже прошли. Scalability, как бы, ну, я думаю, тоже много пояснять не надо, что будет, если, допустим, у нас в классе две машины, работает 1000 юзеров, мы включаем одну машину, смотрим, что с нагрузкой происходит, включаем ее обратно, проверяем, у нас сессии перекинулись на ту машину, не перекинулись, что произошло. Ну, тоже такой вопрос вам опять. Что мы будем мерить? Зачем мы следим? Ну, что мы будем мерить, время, скорее всего. Да. Нагрузку на процессор, просто диск. Да. Ну, если тестируем до отказа, то, видимо, какой-то предел отказа. Сгорит сервер, не сгорит. Там не сигнализация пожарная, проверить можно. На стороне клиента. Да. Есть как бы два основных термина, которые используются. Throughput, response time. Значит, первый термин он обозначает, сколько вообще действий одновременных может сервер делать. То есть через сколько он держит. То есть, обычно чем больше первое значение, тем больше второе значение. То есть количество кликов растет на response time. Что касается response time, то очень многие, почти все тулы стандартные, их тоже море, кричать не хочу, и вообще провести хотелось бы, работают с average response time. Никогда не верьте этой цифре, потому что она очень обманчива. Рекомендую вам использовать либо 90% юзеров, либо 95%, может быть. Что это значит, что, допустим, я заметил, что 90% юзеров работает быстрее, чем вот эта вот точка. Ну тут, что мы меряем из ранней сервера. CPU, usage on host, by target process, memory usage. Тоже очень много тулов, почти везде внутри это все. Можно это все отслеживать, смотреть, мониторить. Сеть очень интересный момент. Особенно если у вас клиенты находятся в разных локейшнах, а дата-центр, допустим, один в определенной ключке. Тоже очень важно за этим следить. Что касается хардварных характеристик, им тоже не всегда можно верить. Касается это именно Java, потому что вся Java, наверное, все знают, работает на Java Virtual Machine, которая по дефолту выделена, по-моему, Игорь, 1024? 512. 512 минимум хипсайз и 1024 максимум хипсайз. И есть у него такая функция, как garbage collector, которая эту память время от времени освобождает, чистит, как бы, и потом начинает заново использовать. То есть, что может получиться? Вам настроили новый тестовый environment, администратор, допустим, вашей компании, вы его не проверили, запустили тесты, у вас 8 гигабайт рама, загрузка 20%, аппликация не работает. Что? Java Virtual Machine неправильно настроили. Bottleneck. Bottleneck — это то, что мы ищем, в принципе, при
Вот и главная задача перформанс-теста — найти bottleneck, когда наша производительность начинает падать. Ну, тут немножко по скейлабилити, то, что мы уже затрагивали, что будет, как наша аппликация себя будет вести, если мы добавляем на одну машину, допустим, память, CPU, жесткий диск, или мы добавляем еще один хост с такой же конфигурацией. So far никаких вопросов. То есть, зачем, как бы, главные наши такие, классная картинка, зачем все-таки мы это делаем? А получить статистику нашей производительности, как наша аппликация работает. Использовать можно по-разному. Если у вас свой проект, вы работаете в компании, которая производит свою продукцию, свой проект какой-то, вы можете это делать, можете не делать, в зависимости от ваших expectation. Но как бы чаще есть requirement, если вы работаете в большой компании, которая занимается кастом решениями для бизнеса. Баги, перформанс-баги бывают очень разные, их море. К этому мы еще попозже тоже вернемся. Ну, конечно, надо найти bottleneck, мы хотим, а найти capacity нашей системы, сколько она все-таки держит. Ну, обычно первый удачный прогон перформанс-теста мы берем за бейслайн и от него отталкиваемся. Если он нас не устраивает, мы его как бы потом обязательно поменяем. И как бы первый тест, статистика обязательно сохраняется, и от него уже потом рисуется график деградации и улучшения системы. Crash recovery, ну это мы тоже, в принципе, уже все обсудили. Он тоже очень интересный. Кто принимает участие в тестировании производительности? Не знаю. Еще варианты? Machines. Кто? Machines. Ну да, Tesla, да, допустим. Еще? Кольник. Девелопер в том числе. Ну, на самом деле... Юзера, которые используют аппликацию. На самом деле, при тестировании производительности принимают обычно вести. То есть, когда мы протестировали перформанс, мы начинаем тюнинг. Тюнинг, опять же, бывает звук идет, бывает в коде, бывает в конфигурации. Вот как раз администраторы очень редко принимают участие вообще в тюнинге и перформанс-тестировании, но это, опять же, возможно, это специфика больших компаний, потому что у нас очень много различных систем: Linux, Unix, iOS, Windows. Ну, пишется под все, и держать администраторов, хороших профессионалов под каждое направление почти невозможно. Поэтому этим обычно занимаются либо lead system архитекторы, либо lead developer. Ну, и этот процесс, он цикличный, в принципе. То есть при ревизе каждой продакшн-версии или в конце каждой итерации я хочу, как Team Lead, допустим, быть уверен, что у меня перформанс остался на уровне. Потому что иначе мы можем вернуться к нашим первым двум картинкам, где либо у нас гамбургер не залезает, либо нам что-то еще тащили с собой. Да? Ну да, очень такое. Собственно, те люди, которые принимают участие. Ну, все. Это вести. Тут еще можно было где-нибудь злого project-менеджера нарисовать, который там банки до шапки подтягивает. Потому что процесс иногда очень долгий, очень противный и занимает много времени. Особенно, если это перед продакшеном все происходит. То есть немножко про то, что мы, ну, здесь на самом деле весь процесс, который был изначально изложен в парт 1 и парт 2 описании. Сначала мы должны понять, что
что же все-таки мы тестируем, а как это будет построено, потом мы планируем и делаем тест-дизайн, интегрируем environment, имплементируем тест-дизайн, экзекьютим, анализируем, репортим и, как всегда, ретест, регрессион. Наверное, не любимая вся тестовая. В идеале наш environment должен быть как можно ближе к продакшену, потому что иначе никакого смысла в ваших тестах клиент, и я думаю, вы сами не увидите. То есть рассчитывать на то, что на сервере E5, допустим, и такой же машине с CPU, E5 с CPU E7 будет различаться на количество герц, как бы, но это навряд ли. То есть все-таки надо подбирать продакшн близко. Или в идеальном кейсе, если продакшн будет находиться у вас на вашем локейшене, тогда вы можете сразу продакшн вайбер использовать. Ну, тоже очень важные моменты. Environment надо всегда учитывать. Очень большая ошибка, которую допускают многие тестировщики, тестируя перформанс. Это то, что, допустим, они ставят свою аппликацию на Apache, там, на Tomcat, на JBoss, неважно, а у клиента веб-сфера стоит. В итоге это две разные инфраструктуры, они работают абсолютно по-разному, и на выходе мы получаем полную кашу. Мы говорим, да у нас все классно, 5 секунд транзакция, 1000 юзеров. Клиент говорит, ну у нас что-то 25. Давайте решать проблемы, давайте. Вау, как у вас веб-сфера, да? То есть перед началом желательно у клиента узнать точно, что будет это продакшн и что он доставит вам. Ну, тут, в принципе, по поводу вещи уже все сказал. То есть проверяем все конфигурации возможные софтвар. Вплоть до битности систем 32-64 тоже очень важно. То есть сценарий, как вот все-таки надо что-то выбрать. Написание перформанс-тестов не всегда легкая задача. В некоторых случаях включает в себя большую такую серьезную бизнес-логику. Допустим, если это страховая аппликация, мы хотим принять страховку для одного клиента, на двух водителей, на четыре машины. Надо думать, выбирать какие-то тесты, делать их максимально реалистичными к жизни, максимально сложными, на мой взгляд, и чтобы они покрывали наибольшее количество функциональности. Ну, это, в принципе, мы все обсудили. Единственное, что можно добавить, performance intensive вещи надо тестировать. Чтобы, если я получаю новую аппликацию и хочу ее тестировать, я, скорее всего, буду тестировать первый search. Потому что на этом функционале можно найти очень много недостатков в базе данных при большом количестве юзеров. И даже дедлоки на открытие найденных результатов. То есть это очень важно. Последний пункт замечательный, когда просто нам говорят, что мы вот хотим, чтобы у нас был тестивный метод, поэтому мы включаем public scope. То есть тут у нас usage нашей аппликации. Это может быть либо аналитика живая, которую мы получаем от клиента, либо какая-то статистика, которую мы нашли в других аналитических ресурсах. Либо это, опять же, как мы планируем, как юзеры будут пользоваться этой аппликацией. Тут важно что? Когда у нас есть вот такой вот график, он может быть в другом виде, может текстом просто увидеть. Всегда надо проверять пик лот, желательно с небольшим запасом. Потому что, поскольку технологии развиваются, мы рассчитываем на то, что количество наших юзеров будет увеличиваться, а не сокращаться. Особенно если он на стадии разработки, то это обязательно. Минимальные значения обычно никогда не проверяют, потому что ну, как бы, если мы найдем ошибки на mid-level, они, скорее всего, будут и на уровне самом низком, потому что это уже архитектурные ошибки в аппликации.
Все, в принципе, все тесты должны повторяться. Если мы потратили время на автоматизацию какого-то процесса, подготовили для него датасет, то нам обязательно надо добиться того, чтобы мы могли его повторять. Для этого мы проводим следующую операцию. Мы делаем какой-то датасет определенный, который мы используем. И после прогона теста мы чистим все данные из базы, удаляем или накатываем заново данные. Зачем это надо? Мы как бы не тестируем, как у нас аппликация будет сейчас работать при росте данных в базе данных. А мы хотим понять, что у нас нет деградейшн, или наша аппликация стала работать лучше с теми же данными, которые мы использовали на baseline тесте. Тест обычно повторяется циклично. И environment мы стараемся держать в том же статусе, допустим, это может относиться к дате. То есть на определенный тест мы стараемся возвращать дату назад. Это опять же специфичная аппликация, специфичный бизнес процессом, который там проходит, но это тоже очень важно учитывать. Тест-план. А в принципе, если вы работаете не над своим проектом, это ключевое, это та подложка, по которой все почти спотыкаются, приступая к перформанс-тестингу первый раз. В чем главный смысл? Я не буду там читать по пунктам. Главный смысл в том, что вы написали тест-план, допустим, на два прогона. На главный прогон, на тюнинг и регрешн. Прошел тюнинг, прошел регрешн. Клиент говорит, мы хотим еще раз протестировать. Вы говорите, хорошо, тогда мы пишем новый тест-план, потому что этот план мы выполнили. Если у вас тест-плана нет, вы запланировали те же действия. Вам потом приходит клиент и говорит, ну перформанс-то не работает, а вы его тестируете, как бы, ну давайте тестировать дальше. Получается, приходится доставать деньги из своего кармана и тестировать за свой счет. Либо тестером сидеть ночью и работать. Тест данных обычно описывает базу данных, количество записей и юзеров, которые будут у нас использоваться в тесте, то есть логин, нейм, паспорт, файлы, документы, если нужны, чтобы это все было у нас в плане, чтобы потом никаких вопросов не возникало. Если к вам придет менеджер и спросит, ну как вы там тестировали, вы никуда не залезали, вы не искали, открыли паспорт, сказали, вот, пожалуйста, все было сделано так, результаты такие. Список сценариев, think time у нас это, в принципе, стандартное значение используется в их аппликациях, это то, сколько времени юзер проводит на странице или в другом месте до совершения следующего действия. Допустим, я нажал логин, допустим, возьмем вашу аппликацию, например, ну, сайт. Я нажал логин, у меня загрузилась моя страничка, здесь какие-то новости, которые я получил. Я, допустим, их просматриваю 7 секунд, у меня отнимает 7 секунд, я совершаю следующее действие. Допустим, нажимаю кнопку написать новости. А ну, duration, сколько вообще длится тест, ну, тут надо учитывать то, что один тест может длиться, ну, один сценарий может выполняться 30 минут. То есть, если у вас один сценарий выполняется 30 минут, у вас 50 юзеров, загружается в течение 10 минут, получается, что у вас один юзер сделает один раз выполнить такой сценарий. Как бы желательно писать shadowing тест так, чтобы один юзер как минимум 3 раза сделал одно действие. Ну, один и тот же сценарий провел. Ну, тут уже интересно, мы начинаем имитацию нашего теста. Деплоим аппликацию, создаем базу данных, стандартные процедуры, ставим на базе. Важно поставить какой-то софт, который будет мониторить работу серверов. То есть для Java одни тулы, для Windows другие. Можно администрировать как-то это локально, встроенными тулами.
Ну вот есть местные ребята, которые занимаются open source проектом Zabbix, недалеко от вас находятся. Вот замечательно работает, почти все поддерживают. Очень часто используют. Мы, кстати, их решение тоже. Ну, их решение все написано. Ну вот и тут самое тоже одна подножка очень большая, стабильная версия аппликации. То есть, ну да. Выходит, что срочно фиксим перформанс-тесты или не перформанс-тесты, просто срочно надо протестировать перформанс. Приходит notification, что вот новый билд поставлен на сервер, можем тестировать. При этом на нем прошли ни смок-тесты, ни регрешн-тесты, его просто собрали и отдали. Сказали, ну давайте, пробуем. Вот на таком билде я бы никогда не рекомендовал тестировать перформанс, и если меня не заставят это делать, я это делать не буду никогда. Потому что если у меня не работает мой сценарий, или я поломана половина другого функционала на билде, на нем тестировать перформанс не целесообразно, вы просто сделаете больную работу. Ну, тут вот как раз то, что надо делать. Сделали смок-тест. Проверили функциональность какую-то, может быть, corner case, если они затрагивают наши тесты. И можно начинать тогда. Ну, что ж. Тестировать можно по-разному, перформанс в том числе. Есть два главных тула или компонентов одного тула, которые нас интересуют. Это load generation, measurement. Где мы собираем все наши интересующие нас данные. Есть, в принципе, два вида, как аккумулируется работа аппликация, работа напрямую с браузером. Очень сейчас много клауд-решений, которые позволяют тестировать нагрузку покупкой определенного количества машин и запуска оттуда тех же селением тестов. То есть вы берете 1000 машин, с этих 1000 машин у вас через селение аккумулируется просто нагрузка. Есть также еще PostGet варианты тестирования, когда мы отправляем запрос напрямую на сервер и напрямую от него получаем респонс. Причем PostGet можно тестировать как iOS аппликации, как Android, так и в принципе все что угодно. То есть это без разницы вообще. Немножко про тулы. Есть LoadRunner, он самый интересный. Самый большой в августе получил версию 11.5 с поддержкой очень многих мобильных протоколов, с поддержкой GBT-систем. Если есть возможность использовать его, рекомендую использовать его. Jmeter Open Source Project, Grinder Open Source Project, который, по-моему, умер 3 года назад, если я не ошибаюсь. Правильно, к черту тестирование. Большинство Open Source проектов. Я могу ошибаться, могу нет, но, по-моему, вот такие тулы убивают большие гиганты, специально, может быть, даже выкупают их, потому что платные средства по решению перформанс-тестирования зачастую стоят очень больших денег. Но то, что лечить может на 40 тысяч долларов. Capture Replay – как бы плохой вид тестов. Допустим, селение, вот когда мы не можем, в принципе, форматизировать основные наши интересующие нас места. Ну и минусы, в принципе, там тоже все перечисленные. Плюс fast and easy test creation, я с ней не соглашусь, потому что все равно у нас, если написано custom controller, это занимает много времени решить проблему. Тест дебага перед запуском любого теста. Мы не можем просто поверить, что у нас тест работает, потому что у нас там или данные сервера появились, или чего-то. Мы могли, допустим, базу забить в порт юзер интерфейса на прямой запрос. Значит, поэтому есть несколько вариантов чеков. Мы сейчас имеем LoadRunner, потому что мы с ним работаем. В LoadRunner есть возможность валидировать весь контент, получаемый обратно с сервера. Есть логирование интересное, где можно, в принципе, промониторить любой шаг с респонса и сделать квест из пост-квеста.
Ну и, конечно, логи на сервере – это то, что, я думаю, каждый тестировщик на них обращает внимание и всегда использует. Контент-чек. Очень важно использовать это при тестировании, чтобы убедиться, что мы получили правильный респонс-сервер. Допустим, как вы все знаете, есть несколько HTTP-респонс-статусов. 200 – окей, 404 – unfound, 503 – forbidden. Ну, еще обычно. По-моему, 503 – это unavailable сервис. Отправляя запрос на сервер, допустим, у нас последний степ есть нажать кнопку «Сохранить». Из-за этого у нас сценарий заканчивается. Если мы нажмем кнопку «Сохранить» без контент-чека и получим обратно 500-й error, HTTP response, то лог-генератор подумает, что это правильный тест, что он прошел и выполнился, потому что он же получил респонс сервера. Следующий респонс он, скорее всего, не получит и упадет, потому что те данные, которые он отправит на сервер, выкинут exception. Но конкретно вот этот шаг перед получением этого эрора, его надо проверять. Поэтому обычно каждая транзакция добавляет проверку на вот именно вот на такие места. Ну, я думаю, вы как тестировщики будете знать, какие вот такие скользкие места в сопликации есть, которые могут вернуть вот какую-то ошибку конкретную, но она не приведет как бы к потере данных, которые ушли на ту часть. Вот, в принципе, я почти закончил. Немножко, если кому-то интересно, есть две неплохие книжки. Ресурсы на первую книгу в интернете я нашел, но они были на каком-то непонятном сайте. Я решил добавлять книгу до скачивания, если захотите, найдете. Вторая литература – это гайдлайны по перформанс-тестированию от Microsoft. Им уже, по-моему, года три, они, может даже больше, они не апдейтятся, в принципе, почти. Но можно найти по серчу на сайте Microsoft. В принципе, на этом мы закончили поклон. Вопросы?